Всем привет! Сегодня я вам покажу крупного взрослого богомола. Он большой, размером с пальца, с палец. Смотрите какой. Вот видите? Богомол — это хищник, страшный лев мира насекомых. Большие телескопические глаза. Посмотрите, как легко он лазит по стенам. И удивленное выражение лица. Какой НЛО! Он похож на огромного хищника, льва в мире насекомых. Он очень безжалостный и кушает почти все, что летает, бегает или ползает. Большими сильными передними лапами он ловит все, до чего сможет дотянуться. Отличается большой терпеливостью в искусстве подкрадываться к своим жертвам.